Всем привет, с вами я, Угеймс, и добро пожаловать на битву строителей. Суть которой заключается в том, что я говорю подписчикам, что они должны построить, и за 2 часа они строят то, что я им сказал. Сегодня они будут строить хаги-ваги, так как под прошлую битву строителей мы набрали даже не 500 лайков, а почти 1500. За что вам большое спасибо. Ну а перед тем, как мы начнем, не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Если мы наберем под этой битвой строителей 1000 лайков, то на следующей битве строителей мы будем строить что-то из Poppy Playtime. Ну и также хочу ответить на частый вопрос, как же попасть на битву строителей. Раньше это сделать было почти что невозможно, потому что нужно было быть в моем секретном сервере. Но теперь все стало гораздо легче. Теперь вам достаточно просто отправить свою постройку в моем Discord сервере в канал отбор на битву строителей, ибо по стройке я определяю ваш уровень строительства. Если он подходит для битвы строителей, то я вам даю специальную роль. Съемка битвы строителей проходит в понедельник раз в 2 недели, в 15 часов по московскому времени, а выходит на той же неделе в воскресенье. Ну это все, приступаем к битве строителей. Так, подождите, я сейчас запущу супер-мега-крутой салют. Во! Огонь! Бабах! Все. Можете начинать. Да, очень странный получился салют, какой-то сломанный. Ну давайте, начинайте строить, у вас 2 часа всего лишь. А мы вернемся через 10 минут. Так, вот и прошли наши первые 10 минут, и я начинаю смотреть, что получается у участников. Так, первая команда, наверное, будет черной. Так, пускайте меня. Так, в черной команде кто у нас? Арти. Ты зачем делаешь игрушку? Арти решил сделать игрушку Хаги-Ваги. Ну, хотя я даже и не упомянул, что надо делать настоящего огромного монстра Хаги-Ваги, и он начал делать игрушку Хаги-Ваги. А зачем-то? А что? Ну ладно. Получается, Арти у нас очень необычное решение, решил строить игрушку Хаги-Ваги. Да, а я думал, у тебя будет огромный. Ну, сейчас посмотрим, у других-то хотя бы есть огромный Хаги-Ваги. Так, дальше у нас идет синяя команда, где у нас никого нету. А почему? Ладно, пойдем в зеленую. Дальше у нас Бабуфтер, который уже тренировался строить Хаги-Ваги. Ну, он типа квест там про Хаги-Ваги строит. Ого. У этого Хаги-Ваги будут вот такие вот типа пупырышки. Это типа как у настоящего типа, ну... Это же плюшевая игрушка огромная. И вот он, типа, вот этот, как на плюшевых игрушечках бывает, делает такие, типа, неровности. Ну, это прикольно. Но пока что за 10 минут только ноги. Ну, это ладно. Ну, хотя бы он огромный будет. Так, дальше у нас розовая команда. Так, Твисти, а зачем ты делаешь карту? Здесь будет коридор, и там он будет стоять. Типа, он на тебя побежит? Да. Прикольно. Ну, вот этот вход очень красивый. Он какой круглый. Ну, прям... круглый. Ну ладно, тут будет, получается, проход, и тут будет Хаги-Ваги бежать. Ну, прикольно. Так, я тогда иду в следующую команду, у нас еще 2 команды. Так, пират, ты-то что построил? Ладно, бежим к пирату, он рядом со своим гропаком строит Хаги-Ваги. И... лапку? Ножку, наверное. Ну, получается такой цилиндр, а потом вот так, типа, больше наклонности идет. Это очень красиво смотрится. Ну, у тебя прогресс сколько процентов? Не знаю. 10%. Ну да, слабенький. Так, ладно, я тогда иду в последнюю желтую команду, в которой вот тут, кажется, мне больше всего прогресса. У твоего друга, кстати. Блин, он реально красивый у тебя мех. Получается, ты сделал мех. Это же вообще супер-мега круто. Не просто какие-то пупырышки, как надо это смотреть, а такие типа полосочки, которые так рандомно расположены. Только лучше сразу в синий покрасить. Ты сейчас это все красить сколько будешь? Киси-миси, говорит. А что, а реально? Не, у нас Хаги-Ваги. Надо красить лень было. Ну, это получается было все, что построили за 10 минут. И мы возвращаемся снова через 10 минут. Так, пришло время, чтобы я снова смотрел, что у вас получилось, так как прошло еще 10 минут. Так, у Арти у нас тут игрушка Хаги-Ваги. Он сейчас ему делает рот страшненький. Да. Игрушка Хаги-Ваги. А что она будет уметь делать? Мне очень интересно. Будет уметь съедать детей. Офигеть, блин, ты жесткий. Ладно, я пойду тогда в синюю команду, в которой меня ждет никто. Зеленая команда, в которой меня ждет. Зеленая команда, принимайте. Ладно, я тогда пойду в розовую. Приняли. Так, у нас Хаги-Ваги. Тот с пупырышками. Это пупыт плюс Хаги-Ваги. Я тут почти ничего не сделал. Ты начал мех добавлять. Типа вот тут везде были пупырышки, а теперь будет мех красивый. Ну, мне очень нравится. Мне очень нравится, что люди делают мех. Это очень круто.
и радует. Ну, ты еще этот, тебе надо еще успеть сделать тело, руки. Ну, только 20 минут прошло, так что, ну, мы успеешь. Так, твисти мы пропускаем. У меня вообще не изменилось, добавилось пару партов, потому что не знаю, как это делать. Это скосы невероятные. Пират, ты... Тебе так не нравилось строить гропак, тебе Хаги-Ваги тоже не будет нравиться строить? Да. Да, потому что он шкастливый, вот нафига я тут так сделал? Я уверен, кто-то там квадратную лапку просто сделал и все. Нет, таких нету. Ладно, я пойду, наверное, в следующую команду. Так, следующая у нас розовая команда с Твисти. Ну, за 20 минут хотя бы нога есть у тебя недоделанная. Так, Твисти продолжает строить свой типа сцену, где будет Хаги-Ваги, тебя есть. И у тебя вторая стена появилась, и две двери. Что в первой? Ничего. А во второй? Тоже ничего. Обидно. Ну ладно, строй тогда, я пойду дальше. Так, у нас остается только желтая команда, где... Тот самый с Хаги-Ваги смехом. И у него уже есть тело и полруки, и ноги. Еще такой красивый. Везде мех, есть ноги, руки, тело. Только он какой-то маленький, мне кажется. Ну ладно. Только голову, наверное, сложнее всего построить, потому что там столько всего. Ну ладно. А чего тут меха нет? Вот есть, там нету. Ну ладно, ждем тогда еще 10 минут. Я снова буду в своей команде ждать чего-то. Десять минут прошло, и я снова начинаю смотреть, что там у нас получилось у наших участников. Первая команда будет черная, как обычно. Так, привет, мистер Арти. Это Хаги-Ваги, у которого будет махать рука. Маленький такой, игрушка. Чтобы есть маленьких детей. Как он говорил. Стоп, а как он говорил, если у него микрофона нету? Это я говорю. Ах ты! Так значит... Получается, в Хаги-Ваги будет двигаться рука, махать, то есть, блин, он такой страшный, я бы такую игрушку никогда в жизни не купил. Надо было сделать трансформацию, чтобы сначала у него были нормальные глаза и рот, а потом так, было бы очень прикольно. А потом я у него вселиться демон. Чего, блин? Вселиться в демон. И я захожу в синюю в команду, которая меня ждет самый крутой участник. Воздух, который построил воздух на Хаги-Ваги. Блин. Ладно, я иду дальше. Так, сейчас у нас Бабуфтер, который продолжает строить Хаги-Ваги с мехом. Ноги только до сих пор. Ну, теперь они уже все покрыты мехом. Да? Ну, ты просто расставил везде мех. Ну, в принципе, неплохо. Ой, прям герой. Я думал, другую сторону будет смотреть. Ну, ладно. Ты же тренировался, давай, ты сможешь его заспидранить. Так, у нас тут Твисти. Привет, Твисти. Мистер Грибочек, который надо выделить. Прив. Ты сделал прикольный плитковый пол, как в Фобе Пейтайм. Ну, знаешь, его реально, да, долго обычно делают люди, так что, ну да, нормально. Ну, уже есть пол. Ты знаешь, ты до полчаса построил саму карту, теперь тебе осталось построить Хаги-Ваги, хотя она, думаю, еще не готова. Ну и осталось у нас еще две команды. Привет, пират, у которого сегодня очень-очень-очень позитивное настроение. А где он? Хаги-Ваги его где? А, вон он. Пират, привет. 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 Он не в настроении. Что, даже разговаривать не хочешь? Да, даже разговаривать. Фочек, не говори за своего товарища. Ну, ладно, тогда я тебе скажу. Короче, пират сделал очень красивую ногу. Прям вообще из золота, наверное. Также он начинает делать мех, прям как все. Молодец, 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 молодец. Давай поднимем тебе настроение. Вот тебе бесплатный зэк. Даже два, даже три. Даже 4. О, его друг Фотик с большим прогрессом. Сделал уже лайк, который нужно прожать, потому что если мы наберем 1000 лайков под этим видео, то мы, наверное, будем строить еще что-то из Poppy Playtime. Ну, а что именно будем строить, всегда надо написать в комментариях. И лучше поскорее, пока они меня не загрызли. А, да. Если наберем 1000 лайков, тогда да. Не надо. Вот, даже этот Хаги-Ваги лайк показывает. А где у него ноги? Или он в пустоте застрял? Блин, у тебя самый большой прогресс, ты знаешь? Да. Самый крутой, короче, пока что. Пока что, это временно. Ну, я снова иду в свой замок. И 10 минут прошло, я снова начинаю смотреть, что у вас получилось. У нас вышло 3 участника, 50%. Получается, у нас вышел Арти, пират, потому что у них у обоих свет отключили. И еще у нас ушел Манки, у него тоже свет отключили. Че за, блин, дичь полная. Теперь больше команд с воздухом появилось. Бабуфтер, хотя бы ты прими. Так, что тут у нас у Бабуфтера получается? Ай! За что? А я тебя не туда телепортировал, я хотел к себе идти. Да, знаю я твои к себе. Где ты?
Да знаю я твоих себе, ты меня в бездну. Ты меня в бездну выбросил, вообще жесть полная. Я не увидел, там не было портала. Ну вот, молодец, у тебя уже тело есть, правда, мне кажется, оно из остатков ног осталось собрано. На китайском заводе было сделано. А, сейчас, секунду, я... Так, ладно, сейчас ты, получается, делаешь руку. Все, можно уходить, наверное. И вот такие у тебя ножки. Из золота. Крутой хаги-ваги. Ну, ладно. Так, у нас сейчас получается, я иду к Твисти, который... О, он стоит артики на стенах. Значит, уже прошло 40 минут. А ты делаешь артики. О, киси-миси из песка. Ну, как прикольно. Супер-ультра-мега-декор. Да, ага. Это что за инопланетянин? Блин, прикольно реально. Ну, я бы тебе порекомендовал бы поскорее лучше хаги-ваги начинать строить, потому что ты половину времени строишь карту. Ну, ладно. И последний, наверное, кого я буду смотреть, это у нас... Кто тут у нас? Фотик, получается. У кого самый большой прогресс на данный момент. У него даже хаги-ваги лайк показывает. И у него такая вот голова. Квадратная из Майнкрафта. Ну, сейчас ты будешь делать вот эти всякие углы на кончике, и будет жестко у тебя, да? Да, и еще я... Мех на голову, блин. Ой, все, у тебя самое жесткое начинается. Удачи. Точнее, неудачи. Ну что? Так, пришло время, чтобы я начал смотреть ваши постройки, мне кажется. А, сервер залагал, это из меня. Спасибо. Пожалуйста, обожаю куда-то. Спасибо. Так, я захожу к первому, к... первый у нас будет Бабуфтер. Здрасте. Нам тут Авито рекламирует, так не я. Так, первый у нас Бабуфтер, который построил... Так, Бабуфтер, получается, добавил полностью руки, то есть их сделал полностью, можно сказать. Ну, почти полностью сделал руки. Ну, вот здесь минут, в принципе, неплохо руки добавить. Ну, ладно, я пойду дальше. У нас тут Твисти, мне очень нравится, что Твисти строит. Правда, где его хаги-ваги, у него осталось только один час. А, нет, еще час 10 минут. Твисти сделал висячие фонарики. И также вот эту висящую пирата малиновый кисель. Только не малиновый. А вот отсюда будет выходить хаги-ваги, которого пока что нету. Бизо строители хаги-ваги, а хаги-ваги нету вообще. Я съел уху. Все понятно. Вкусно, да? Тебе вкусно? А знаешь, что я делаю с теми, кто кушает уху? Ты знаешь? Я делаю вот так. Че, в смысле, а что не работает? В смысле, почему не работает? Ты чё? Тогда он полетел в бездну. Чё? Ты имеешь что-то... Против грибов, да, имею. Я их ем на завтра. Так и я на обед, уху тоже ем. Ну, ладно, я пойду тогда в следующую команду. Тут у нас получается... Ух, тебя хам. На уху. А чё он дрявый какой-то? А, ну это... Он просто кислоту съел. Кого съел? Кислоту, а у него желудка, короче, нет. Блин, посмотрите, этот хаги-ваги дрявый у него. Как будто, знаешь, ему вот так смотри. Он такой хочет тебя съесть. Он хотел съесть очередного уха. А ух такой взял так, хоп, и пушкой пум, в рот. Ух тебе. Что? Тебе на уху. А на уху. Ладно. Ну, у него красивые глаза, кстати, сейчас у тебя. И, конечно, красивый двойной рот, который еда заходит и выходит оттуда же. Смотри, я сейчас давай съем конфетку и выйду, зайду и выйду. Вот так хаги-ваги нас ест, и вот так мы через него его рот и выходим. Прикольно. Теперь я пойду к нашему паштету, который только зашел. Что же начал строить паштет? Он начал все с цилиндрика. А я думал, все начинается с маленького цигла. Просто маленький цилиндр. Ну ладно, за 10 секунд, думаю, это нормально. Оператор ливнул, потому что ему не нравится тема, и у него тоже свет отключили. Вы что, в одном городе живете? Так, у него тут две руки, страшнейшее, пристрашнейшее лицо. У него есть две руки, которыми он будет махать, или что делать? Что он будет с руками делать? Ну, пока что не ясно, наверное, махать. Эпичный салют в честь того, что прошло 10 минут. Сейчас. Сначала включаем ракету. Ай, блин, что происходит? Пофиг. Ой, блин, очень эпично, да? Блин, что-то не пошло не по плану, короче, и все, все сломалось. Ладно, я иду к вам. Первая у нас черная команда, в которой у нас воздух с воздушным хаги-ваги. Где он? Ладно, пойдем в отделенную.
Так, зеленый у нас бабуфтер, как мы уже знаем. Пойдешь так, в бездну не упаду? Нет, окей. Не упадешь. И бабуфтер начинает делать самое сложное, точнее голову. Нереально, это самое сложное. Вот у него руки, уже все готово. Осталось только сделать голову, вот эту сложную. Да, вот. Да. А, ты вроде с ней тренировался, да, ее делать, эту форму? Да. Нормально выглядит? Да. Если только дырочки убрать. Какие дырочки? Да смотри, это целый пончик, я пролезть могу. А, ну это да, конечно. Я просто говорю, я еще, конечно, не доделаю. Ну ладно, еду тогда в следующую команду к Арти. Арти, это где? Где твой маленький плюшевый хаги-ваги? А вот я его вижу. А че он перевернут-то? Все сломалось из-за твоих лагов. Спасибо. А че я-то виноват? Какие-то у него зубы, как у человека. Ладно, больше лагов не будет. Но это не точно. Давай нажмем. Оооо, вообще, это ж, блин, да что такое? Ладно, тебе работать и работать еще над ним. Я пока пойду в розовую команду. К Твисти. Твисти, он уже все сделал, осталось ему только хаги-ваги сделать. Ну, вообще, сцену строить не обязательно, но он построил карту. Ты кому? А что, два Твисти. Вроде, кроме тебя, грибов больше нету. Тут рука такая хаги-ваги, и вот так она влазит. Ну, типа, тут рисуночки, и вот это ты строил целый час такую карту. В принципе, неплохо. И тут ты уже начинаешь строить хаги-ваги. Ого, это ж кактус целый. Ты что за кактус построил? Да-да. Кактусовый хаги-ваги, новый вид его. Прикольно. Так, кто у нас? Паштет? Паштет. Это, есть хеликоптер, а это будет хаги-коптер. Гениально, просто гениально. Значит, не успевает у нас паштет ничего построить, поэтому он сделает хаги-коптер, типа такого. Только не хеликоптер. Блин, круто. И остается у нас последняя команда, наверное. Это, а где дрявый рот? Кто пропал? Фотик, привет. А что он будет уметь делать, мне интересно. Ничего. Логично. Так у него дрявый ротик. Нет, реально, что он будет уметь делать? Может, что-то будет все-таки уметь делать? Ладно, ладно. Я пойду, наверное, дальше сидеть и пытаться сделать гениальный салют, который не развалится. Ладно, пришло время смотреть, что у вас там получилось, так как прошло 10 минут. Первый у нас будет... А, опять воздух? Да что, блин? Я постоянно к этому воздуху захожу, у которого нет построек. Так, Арти, привет. Что тут с фигуркой Арти происходит? О, у нее две руки появилось. Что? Не ты первый, а воздух. А что это? А зачем руки отдирать-то? А что он делает-то? А что он делает-то? Не ломай. А что это такое? Мне кажется, если много раз нажать, то оно может сломаться, да? Там кнопку удалили, все, я ухожу. Обиднее. Как нажатием от кнопки можно что-то сломать, если это не динамит? О, голова хаги-ваги. Мне кажется, она немножко больше, чем тело даже. Да, нормально сойдет. Сойдет. Во, заделываем дырки, называется. Внутри на глаза можно нажать. Красными сделайте, красными. Да. О, только мне кажется, голова какая-то большая получается. Ну ладно. Я к Твисти заспидраню тогда. Вот такой спидран. Привет. А где твой кактусовый хаги-ваги? Я переделал. Получается, он теперь будет квадратным и песочным. Квадратный хаги-ваги. Блин, я думал, никто не будет делать квадратного. Сложно строить. Ясно. А голова-то что, будет круглая, что ли? Это уже будет не хаги-ваги, а человечек, наверное. Ну, посмотрим. Ну, сама карта у тебя крутая, конечно. Твисти. Это я тело хотел. Он что, такой пузатый? На ёбсе пистоле. Так, а что тут у нас с хеликоптером? Так, хаги-коптер. Или как его там? Хаги-коптер. Хаги-коптер. Это хаги-коптер. Ну, прикольно. Очень даже. Ну, думаю, осталось самое важное, самое интересное. Это фотик. Ну, где нам дрявый рот хаги-ваги? Ах ты. Ну, ты начинаешь делать глаз. А чё у него так мало зубов? Хотя, два ряда неплохо. Три ряда. Ну, в оригинальном у него там, конечно, 7 рядов. Но хотя бы не один. А что у него с глазами? Страшный хаги-ваги у тебя получается. Само тело, вот это все очень красивое, но лицо что-то пока что не доделано, мне кажется. Ладно. Тогда я иду в белую команду снова заниматься турборакетой. Так, мне кажется, 10 минут уже прошло, да? Так, начнем с черной команды тогда.
А, там же воздух, блин, я опять забыл. Тупой воздух, ничего. И тут тоже. Меня уже начинает бесить этот дурацкий воздух, который строит воздушных одеваги, которых не видно. Бабу в тер. Ты начинаешь делать глаза. А мне кажется, его заднюю часть головы лучше доделать. Заднюю часть? Головы. Я знаю, тут немножко криво, но может никто не будет судить по задней части. А ты мех там просто налепи и все, килограмму. А, меха, так меха, да, конечно. И все, и нет проблем. Я забыл, да. Гениально. Я сейчас иду к мистеру Твисти. О, у него появился хаги-ваги, только почему-то фиолетовый. О, привет, хаги-ваги. А, нет, он за мной бежит, чтобы меня сожрать. Но он вроде бы добрый, из Майнкрафта только пришел. Сейчас автокликер, давайте включу его, уничтожу. Готов? Хаги-ваги. Все, выключили. Зачем так с ним? Ну, он и меня съесть хотел. Что бы делать, типичный челик. Ладно, я пойду в следующую команду. Так, что тут у нас с хеликоптером в виде хаги-ваги? А голова-то будет? Да. Ты успеешь? Ты успеешь? Нет. Так, ну я думаю, осталась только последняя команда, которую можно проверить. Это у нас Фотик. Сейчас я быстренько доделаю. Че, воду пошел пить, как пират прям? Подходи. Ну пойми, пожалуйста. Сейчас, подойди. Я быстро доделаю. Так, что тут у тебя? О, хаги-ваги уже у тебя готов, да? Он даже на плитке стоит. Ты знаешь, зеленых плиток вообще-то не бывает. Ну, довольно страшный, наверное. А что он умеет делать? Ничего. У тебя 20 минут, добавь ему функцию. Начинаем смотреть хаги-ваги. Первый у нас будет хаги-ваги Бабуфтера. Так, красную кнопку это для меня. Угу. Ты сделал искусственный интеллект и механизм этому хаги-ваги, это очень круто. Да. Так, что ж, нажимать на кнопку? Да, на белую кнопку нажимаем, он будет работать. И что же он будет делать? О! Немножко у него тут немножко... Он умеет ходить. Ну, времени было мало, так что думаю, это даже нормально. Ой, куда это он тебя схватил? Типа, это искусственный интеллект, он может двигаться. Ну, как искусственный интеллект, просто повторение разных действий. Ты можешь ему так в руку. И зачем? Чтобы он тебя нес куда-нибудь. Но здесь довольно много декора, и его лицо мне прям очень нравится. Он такой, ну, не как в оригинале, конечно, но оно, блин, такое смешное. Так, и вот так можно ему на руки залезть, или он нас залез. А, ну пусть он тебя унесет и выбросит в канаву. Поехали в канаву, давай. А! Ой. Помогите! А у меня есть другой вариант, вот так вот. Ой, а-а-а, ты лучше бы в канаву уехали, куда? Сейчас мы будем смотреть хаги-ваги Твисти. О, привет, хаги-ваги, мы из Майнкрафта прибежал, сразу видно. Ну, во-первых, тут такой красивый круглый вход, вот такой инопланетянский киси-миси с дырочкой в лице. Реально инопланетянин. Также тут рука этого самого хаги-ваги нарисована. И вот сам хаги-ваги, похожий на нубика из Майнкрафта. У него настолько огромные глаза, что он видит за километр. Что даже не видит меня. Блин, какой же у него улыбчатый рот. Он такой веселый вообще. Твити спрашивает, взорвем? Конечно взорвем, он стольких людей убил, надо его взорвать. Стой, можно его поджарим? Поджарим хаги-ваги, ура! Как эпично горит хаги-ваги. Это горящие хаги-ваги. Но зачем ты хотел, чтобы я сжег такое произведение искусства? Он почернел. Реально, это Килли-Вилли. Его типа хаги-ваги поджарили и все. Он теперь монстр и нас всех съест. Надо ему злые глаза сделать, типа Килли-Вилли. Вообще, очень эпично. Ой. Мне кажется, в Поби Бойтайм еще не проводил такой эксперимент, еще никто. Поджарить Килли-Вилли. Пишем в комментариях оценку постройки Твисти, хаги-ваги, который может трансформироваться в Килли-Вилли. Ну и еще киси-миси с дыркой в лице. Ай, больно. А вот и хаги-ваги от Фотика. Он очень детализированный, у него очень красивый мех, красивые зубы, красивые глаза и сама поза. Но, к сожалению, у него нет механизмов. Есть лишь единственная функция, сейчас мы ее и посмотрим. А что он умеет делать? Ничего, здесь смотри есть. Опа, чё? Это... Крадёмка. А, давай на хаги-ваги полетим, стой. Мы полетели на синем хаги-ваги. Очень-очень круто.
Блин, Хагивай нас точно сожрет, так что лучше бежать. Пират, знаешь это что такое, я знаю. Кажется, что это две ноги, да? Но на самом деле это не две ноги. Это был Амугус, которого убили. Нет, реально, посмотри, если так блок поставить. Это, смотри, я его чуть-чуть доделал, пару блоков добавил, и вот. Хагиваги, которого убили, он на Амугуса похож. Ну, пишем оценочку Хагиваги, которого убил Амугус. Мы на косточку одели Граппак. Смотри, это же Хагиваги с Граппаком. Отойди-ка немножко, дай скриншотик сделать. Так, получается, хеликоптер Хагиваги готов. Типа изображен такой Хагиваги, который весь скручен, так держит руки. Тут довольно сложно, наверное, было сделать вот эти все наклоны. Это довольно прикольно. Вот у кого кривая спина. Также у него есть такая голова, немножко крутые зубы, к стоматологу ходил недавно. И также глаза квадратные из Майнкрафта. Ну и также есть сзади сам хеликоптер. Полетели. Можно я тоже? Можно я тоже? Садитесь, давайте. Это полет. Все, давай, расфиксируй. На голову залезли. Готовы? 3, 2, 1. Хеликоптер. Ну, на этом будет заканчиваться эта битва строителей с Хагиваги. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ну и всем пока.